Приветствую вас, друзья мои и гости канала. Вы на канале Антонина Абрамкина. И сегодня у нас второй прогноз для знака зодиака Рыбы на июнь 2020 года. Ну, как всегда, я вначале начинаю говорить немножечко о важных моментах, на которые следовало бы обратить внимание. Июнь, конечно, первый месяц лета, он действительно будет жарким. Прежде всего, напряжение будет очень, скажем, такое нарастающее, наверное, потому что четыре планеты уже ретроградные, это основные планеты, которые влияют на нашу судьбу, как-то нас проталкивает к каким-то событиям или убирает ненужные события из жизни. Это Сатурн, планета до 29 сентября будет ретроградная. Это статус, карьера. Юпитер, тоже планета больших денег и большого счастья, до 13 сентября будет ретроградной. Венера, она уже с 13 мая и до 25 июня будет ретроградной в знаке Близнецов. Плутон с 25 апреля и до 4 октября. Это планета Монстр, очень опасная планета, тоже в ретроградное движение уходит. И с 18 июня и по 12 июля будет Меркурий тоже ретроградным. Это логика, мышление и как ум, решение, которое мы принимаем. Поэтому важных вопросов на эти моменты не стройте. Но ладно бы так, мы еще входим в коридор затмений. Коридор затмений, если мы зимой в них были, но там коридор затмений был в знаках Козерог и Рак, то сейчас коридор затмений, перезагрузка будет в знаках Близнецы и Стрелец. Это Меркурий, это информация, это интернет, это мышление, это подписание документов. И Стрелец, это планета Юпитер, которая как будет, так как в узле прошлого будет, и будет убирать то, что нам не доставляет удовольствия и удовлетворения, особенно в плане работы, деятельности, и оно как-то скрыть это будет невозможно. Это неудовлетворение Вселенную не обманешь, потому что в мыслях и с душевным беспокойством мы уже давным-давно Вселенной заявили то, что нас не удовлетворяет, и то, что мы хотим достичь. Поэтому сами себя вы здесь не обманете. Вселенная давно уже вас как высчитала, отсканировала уже ваши мысли и ваши требования к жизни. Поэтому получите то, что сами накаркали. То, что сами попросили внутренними беспокойствами именно эти планеты. Информации – это Меркурий, это контракты, это партнерские взаимоотношения, это работа, это бизнес. И Юпитер, который дает деньги, что нам нравится, что нам не нравится. Поэтому что каждый о чем думал, вас Вселенная отсканировала. И идет перезагрузка, определенная перезагрузка. И информации... информационном поле Земли перерабатывается в соответствии с вашими мыслями, с вашими потоками, которые вы направляете Вселенной. И вот это как чуфыр, да? И вот это то, что уже получите, это результат ваших действий и ваших мышлений и вашего стремления того, к чему вы стремитесь. Поэтому получите то, что как Вселенная отработает с пользой для вас. Поэтому какие события будут, это вот результат того, что вы просили от Вселенной. 20 июня летнее солнцестояние. День наделен особой магической силой. Приглашаю, дорогие мои, рыбы на обряды, на ритуалы, на места силы. Сейчас, слава богу, разрешили выезжать и провести эти обряды. Можно в такой мощный день используя для себя. Поэтому, кто знаком со мной, приглашаю, с удовольствием съездим
и поработаем, подкорректируем ваши цели и желания с новой программой. Составьте новую программу и вот эти новые перспективы, которые вы ожидаете, их надо как-то заявить в жизни. В общем, рыбы, июнь для вас приготовил много приятных сюрпризов. Вы будете в центре событий. И появятся люди, конечно, с прошлого, так как столько планет ретроградных, которые вас зарядят идеями, какими-то планами. В общем, займитесь благоустройством жилья. Вы опора для всей семьи. 5 июня мы входим в коридор затмением знак Стрелец с узлом будущего, прошлого. Для вас это 10-й дом гороскопа. Это дом карьеры, поэтому в секторе карьеры могут произойти перемены. Кого-то повысят должности, а кто-то откроет свой бизнес, а кто-то вообще решится поменять свою работу. Солнце будет двигаться по 4-му дому вашего гороскопа в такой период, с чем-то придется распрощаться. И, например, это может быть касаться нелюбимой работы, отношений, и которые не развивает, и жили свое, а энергию только вампиризирует, да, тогда, ну и, конечно, после 18 июня до 12 июля не совершайте крупных покупок. Но как бы там ни складывалось, я вот все равно советую в отношениях не выяснять отношения, потому что все-таки Венера до 25 июня, она все-таки ретроградная. Потом, чтобы не сожалеть, что вот вспылили, как не сдержали эмоции. Рыба, они и так у нас не сдержанные в эмоциях. А потом будете думать, что же натворила, да? А вот семейные пары, займитесь благоустройством и обновлением жилья. Это укрепит взаимоотношения. А свободные рыбы, пока присматривайтесь к новому партнеру, не стройте больших планов, потому что потом, когда Венера пойдет в прямое движение, розовые очки снимутся, и вы в своем партнере разочаруетесь только. Вот. Ну, посмотрим карты, какие выпадут вам. Сегодня первая колода – это колесо года. Я 3 колоды приготовила, и мы сейчас посмотрим, какие карты вам выпадут. Девятка чаш. Божья коровка. С Божьей помощью Божья коровка. И здесь как раз вот семья. Займитесь благоустройством, путешествием. Как бы и здесь и Луна. Это женская сторона, скажем, да. Интуиции. Так, о чем она хочет сказать нам, Луна? Сейчас посмотрим. Отношения, конечно. И здесь тройка мечей вот выпала. Так красиво начиналось. Так, тройка мечей. Ну, здесь я хочу сказать, наверное, в первую очередь вам, потому что здесь тайна. Тайна. Раз мы рассматриваем вас, значит, дорогие мои рыбки, тайна, которую вы скрываете в отношениях, потому что здесь все-таки женская планета Луна, да, и это взаимоотношения, ночное светило, но здесь тройка мечей, она у нас как-то ассоциируется с любовным треугольником. И на всех они колодах, там сердечко, если вы помните, но здесь тайна. Тайну, которую вы скрываете, она может проясниться, если вы дорожите взаимоотношения и дорожите своей семьей, то следует прекратить это все. Либо с вашей стороны, либо с стороны партнера это проявится и как, ну, будет много, наверное, неприятных выяснений отношений. То есть здесь как-то карта вас в этом предупреждает. Либо же, если касаемо какой-то деятельности, здесь, и здесь вы... ну, то есть здесь я вижу обман какой-то. Обман, и вы, например, всей семьей рассчитывали на приобретение чего-то, как, потому что здесь семейный совет, а здесь Божья коровка, как бы, это может быть даже наследство здесь какое-то получено. То есть проверяйте и перепроверяйте
при покупке, потому что и Венера ретроградная, и Меркурий пойдет ретроградное движение, особенно при покупке жилья, при построении каких-то обсуждений крупных планов и проектов в бизнесе здесь можно обмануться. То есть вот эта карта обмана, потому что здесь ложное представление. Вы не видите ясную картинку того, что что-то может крыться за спиной. Но это как предупреждение. Ну, и такие карты вышли, я вынуждена, наверное, сказать, чтобы вы трезво смотрели на события, которые хотите осуществить, потому что здесь какой-то все-таки обман кроется. Посмотрим, следующая колода – это Таро волшебников. Какие карты выпадут здесь вам? Ну, опять семерка мечей. Паж жезлов – это новая дорога, новый путь. И двойка жезлов. Взаимоотношения партнерские. Что-то, конечно, карты сложновато идут, рыбы, к вам. Так, что здесь может быть? Ну, мечи у нас, скажу сразу, семерка мечей. Мечи, это вот опять же здесь показывает, чего-то вы не видите, чего-то вы опасаетесь и каких-то событий остерегаетесь. И это связано вот новый путь, новый бизнес, новые дела. То есть какая-то тайна раскрывается. И здесь как партнерские взаимоотношения. То есть, рыбы, я прям даже затрудняюсь сегодня говорить, я даже не ожидала, что такие карты выйдут, да? Все-таки как это общий прогноз для всех рыб. И как-то вот даже задумываясь, что сказать, наверное, вы ваши грандиозные планы, так красиво, 10-й дом, карьера здесь, остерегайтесь вопросов с подписанием документов, потому что здесь везде опасения мечи и скрытые какие-то проекты, что ли, какие-то вы не... То есть, прежде чем что-то подписать или сделать, договориться, подписание документов, рассматривайте, все ли юридически правильно. Потому что, чтобы здесь потом как бы раскроется обман. Посмотрите, здесь повтор. Я даже вот прям затрудняюсь сказать. Давайте посмотрим еще из колоды зеленых ведьм, что здесь, какие карты выпадут. Что-то с юридическим вопросом. Колесо фортуны, наконец-то. Хоть с этой колоды что-то здесь. Десятка пентаклей. Это стабильный доход. И вы здесь королева прям чаш у воды, у моря. Это ваши стихии, дорогие мои рыбы. Вот эти первых двух колод вытащила карта. Везде, конечно, какая-то присутствует какая-то опасность. Но, несмотря на все, просто вот проявляйте как внимание, особое внимание при подписании документов и договоров. Колесо судьбы вас ведет все равно в каком-то направлении, направлении успеха. Там, где вы всей семьей, вложение капитала, например, покупка жилья или что-то вот здесь вы обсуждаете с семьей. Но здесь еще получение наследства может быть со стороны дамы. То есть и со стороны дамы здесь, скорее всего. И здесь вот это полученные деньги или полученное наследство, и оно либо вы старого человека, вот, то есть как старых родителей, бабушку, дедушку, например, к себе заберете, и эта помощь вам будет неожиданно. Но придется, конечно, здесь ухаживать за этим человеком, но зато потом наследство оно достанется вам. Как бы. Ну, вот такие вот такая программа какая-то идет, непонятная здесь и с проектами. То есть, если у рыб большие какие-то вопросы и задачи, то здесь не надо выкраивать и не надо действовать в законном порядке. Тогда все у вас будет хорошо. Но здесь еще получение наследства идет. Вот. И оно как же. Как расширится, то есть покупка дома, покупка жилья, то есть как-то поменяется. Ну, в общем, вот так как-то у вас сегодня вышли карты, что я
как бы хотел бы сказать, ну, наверное, все-таки с Божьей помощью все у вас получится так, как вы задумали. Но будьте повнимательнее, потому что какой-то обман все равно кроется, оно потом всплывает. Ну вот, пусть вас сопровождает весь месяц вот это колесо фортуны. И я, конечно, на этом завершаю свой прогноз. До новых видео, друзья, пока!